Перефразируя классика, в человеке все должно быть прекрасно – и лицо, и фигура, и волосы. Для поддержания молодости и красоты сегодня существуют очень эффективные способы. Начнем с лица. И здесь бесспорно, вне конкуренции, инъекционные методы, среди которых можно выделить программу бьютификации. Бьютификация подразумевает под собой три этапа. Первый этап – пациент приходит к нам и получает инъекцию ботулотоксина. Мы расслабляем мимические мышцы. Во второй этап пациентка получает инъекции филлеров на основе гидроксиапатита кальция. Особенность этого филлера состоит в том, что он не притягивает воду. Поэтому, корректируя скулы, мы не вызываем в последующем отечность. Получается очень красивый естественный результат. Корректируя среднюю треть лица, мы улучшаем состояние овала лица. Если проблемы есть с тонкими морщинами лица или нам хочется добавить объем губ, то пациентку приглашаем на третий этап. Это коррекция гиалуроновыми филлерами. Бьютификация проходит быстро, безболезненно и без реабилитации. Пациентка при этом не выпадает из жизни, она продолжает работать, нанеся легкий макияж, она выглядит абсолютно естественно. Еще один эффективный способ восстановить контуры лица, потянуть кожу, сделать ее более упругой и молодой – мезонитивый лифтинг. Многие ошибочно полагают, что нитевой лифтинг – это антивозрастная серьезная процедура. На самом деле это не так. Ведь суть метода заключается в стимуляции коллагена, который вызывается после рассасывания нити. Поэтому можно приходить на процедуру уже после 30 лет. Мезонитами отлично корректируются такие зоны, как второй подбородок, скулы, брови, укрепляется овал лица. Впрочем, и для других участков тела мезонити – просто спасение. Это тыльные поверхности колен, плеча, живот и ягодицы. В зависимости от вида нитей, эффект держится от нескольких месяцев до 1,5–2 лет. Не менее стабильный и выраженный эффект дает метод плазмолифтинга. Это современный способ омоложения при помощи собственной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами. Стоит обратить внимание, что плазма, центрифугированная именно в сертифицированных пробирках, является максимально эффективной. В основе метода плазмотерапии лежит стимуляция тканей, регенерация, устранение воспаления. Поэтому плазма может использоваться как для омоложения лица, так и показала себя максимально эффективной при коррекции выпадения волос. Метод плазмотерапии является максимально безопасным, не вызывает аллергических реакций, нет реакции отторжений и прекрасно совмещается со всеми косметическими процедурами. Эффект от процедуры наступает примерно через неделю и со временем нарастает, оздоравливая и омолаживая кожу. Приходя к нам в клинику, пациент может быть уверен, что здесь он получит только сертифицированные методики. Все методы мы тщательно изучаем, и все препараты, с которыми мы работаем, также имеют сертификат соответствия качеству. Наличие сертификатов гарантирует эффективность и безопасность как препаратов, так и аппаратов, на которых работают в этой клинике. На сегодняшний день очень эффективна аппаратная методика ЭЛС-омоложения. Этот метод широко используют во всем мире. И, конечно, наши доктора на нем тоже работают. Процедуры на аппарате ЭЛС помогают справиться со множеством проблем – угревой сыпью, куперозом или сосудистыми звездочками, а также с пигментацией кожи. В аппарате используется синергизм двух энергий – это световой поток и радиоволновой. Радиоволновой способ позволяет уничтожить бактерии, микроорганизмы, которые вызывают как раз воспаление. А световой поток позволяет сузить сосуды и сузить поры. ЭЛС не только лечит и избавляет от проблем, но и отлично омолаживает кожу лица, пробуждая внутренние резервы. С такими проблемами, как растяжки, стрии, рубцы, очень эффективно позволяет бороться фракционный лазер. Аппарат Фраксель делает это бережно, безболезненно и практически круглогодично. Мишенью для луча лазера является межклеточная жидкость глубоких слоев, где он прогревает ткани, стимулирует рост новой, молодой, здоровой клетки. Поверхность кожи при этом не травмируется. Поднимаясь на поверхность, эти здоровые клетки выравнивают поврежденные участки, растяжка минимизируется, становится менее заметной. Курс процедур 5-7 раз, выполняемых раз в месяц. Я полностью доверяю этой клинике, наблюдаю здесь не сама, вся моя семья. Я считаю, что к своему здоровью нужно относиться ответственно. Вот все процедуры нужно проходить в комплексе, назначенным курсом, как доктор назначает, а не разово, потому что эффекта от одной процедуры не бывает такого.
Современная аппаратная косметология обладает невероятными возможностями. И примером тому служат голливудские звезды, которые сохраняют свою красоту и молодость долгие годы. И помогает им вовсе не скальпель хирурга, а уникальный аппарат Альтера. Работа аппарата основана на действии сфокусированного ультразвука. Он проникает в глубокие слои кожи, мышц и связок. Действие аппарата происходит на глубине 4,5 мм. До этой методики на такой глубине работали только пластические хирурги. И сейчас наши пациенты имеют уникальную возможность получить лифтинг латеральной части брови, овала лица, области шеи и декольте, не прибегая к хирургическому вмешательству. Отличных результатов косметологи добиваются и в даже сложно поддающихся коррекции зонах, где морщинки залегают значительно глубже. И другие методы не дают должного эффекта. Методика Альтера показана и мужчинам, и женщинам. Она омолаживает и лицо, и тело, любые участки, где появляется дряблость. Методика альтеротерапии эффективна будет для тех пациентов, кому не показан ботулотоксин, так как есть зарегистрированный метод подъема кончика бровей. И действительно мы видим выраженный лифтинг верхнего века. Альтеротерапию можно успешно сочетать с другими методиками, такими как нити, инъекция. Единственное, что нужно, развести их по времени. Конечно, лучше начать с альтеротерапии. Это как база среди наших косметологических процедур. Методика альтеротерапии – это настоящий прорыв в косметологии. И сейчас мы можем получать просто уникальные результаты. We'll be right back.